Вскоре экспресс на Зверополис. Большой пломбир для моего сынули. $15. Ой-ой, кошелек дома забыл. Ты уж прости меня. Ну-ка, двумя лапками. Да. Давай-давай, время, деньги. Лапочки на палочке. Провернули дело. Хочешь эвакуировать коляску? Николас Уайлд, вы арестованы, если откажетесь сотрудничать. Вот так дела делаются. Поможешь следствию. Идем. Надо же, я впечатлен. Ну, тише, разобьешься. Нужно пробить номер. Мой знакомый мигом это уладит. Стой. Они что, все ленивцы? Пропало животное. Его здесь не видели? Поспрашивайте. А, он голый! А у нас тут никто своих тел не прячет. Глубокий наклон. Кажется, они не очень рады тебя видеть. Пропажа животного лишь вершина айсберга. Неужели? Голову мне не морочь. Очень тебя прошу, не отпускай! Сейчас отпущу! Чего? Надо пройти мимо охраны. А то сейчас все завоем. За мной! Нам конец! Плавать умеешь? Да, но к чему это сейчас? Бум. А это кто такой? Король преступного мира, мистер Биг. Ты явился без приглашения в день свадьбы моей дочери. Морозим! Папуля! Мы же договорились, никаких ванн со льдом на моей свадьбе! Так надо, бомбина. Папе пришлось.